Так, распаковка последней посылки в этом сезоне. Завтра я улетаю в Таиланд. И здесь я заказала себе всякие средства, которые помогут мне пережить карантин. И я надеюсь, помогут мне не подцепить коронавирус. Если подцепит, то очень быстро из него выйти. Вот. Так что я заказываю себе из Таиланда. Перед тем, как лететь в Таиланд. Открываем. Здесь у нас вот. Так. Что у нас тут? Это маринга. Это я заказала дочке. Пока меня не будет, она будет ее здесь пить. А это комплекс натуральных витаминов, микроэлементов. Очень классная штука. Вот за счет нее у детей очень хороший иммунитет. Мы практически сейчас не болеем. Вот, недавно она со школы принесла вирус и очень легко его перенесла, в отличие от ее одноклассников, которые неделями болеют с ним. Вот. Маринга. Витамин D. Министерство здравоохранения и Таиланда, и России рекомендуют в период эпидемии пить витамин D. Также они рекомендуют пить витамин С. То есть я тоже это взяла. Постилки Фоталайт Джон для рассасывания. Так, на всякий случай. Это у нас... Кажется, я заказывала себе кардицепс. Сейчас посмотрим, что это. Это у нас стеклянная. Да, это кардицепс. Вот. Вот его я сейчас в баночку забираю. И буду его... Уже сейчас я его пью. У меня баночка закончилась. И буду продолжать его пить всю дорогу. И весь карантин. Чтоб наверняка. Вот, да, здесь капсулы Нони. Это себе взяла для мамы, для суставов, для давления. И вообще тоже натуральный комплекс витаминов. Так. Ага, еще маринга для дочки. Еще фотолайчик. Витамины для тех, кто остается здесь. Витамины С, витамины Д. Здесь вот у меня кардицепс. И что-то я еще заказывала. Уже не помню что. Сейчас посмотрим. Ага, комплекс. Комплекс кальция. Второго типа для костей. Это я взяла родителям для поддержки. Ну, остальное там уже идут дубли. Так что вот такая вот у меня посылочка. Вот, пожелайте мне удачи. Завтра я вылетаю. Вот, надеюсь, что меня пропустят в Таиланд. И следующий репортаж уже будет оттуда. И обязательно вам расскажу, как прошла дорога, как проходит карантин. Буду делать прямые репортажи оттуда. Всех целую.